Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение дня – бусы «Майский мед» по цене от 1999 рублей от бренда «Балтийское золото». Специально для вас. Несколько сотен камней, собранных вручную. Они порадуют вас. Носите их с летними нарядами или уже под весенние, под осенние кардиганы, под зимние наряды тоже можно их подбирать. Два цвета на выбор. Есть оттенок светлый, который называется светло-коричневый. И есть вот у нас с вами идет, да, три ряда светло-коричневых, один здесь темный, более такой акцентный, и второй оттенок называется коньяк. Здесь наоборот история, у нас с вами темные бусы, плотные, практически в оттенке карамели или шоколада, и как раз дополнительно вот такая светлая линия идет, на которую наслаивается дизайн. А здесь действительно такое янтарное кружево, потому что дизайн собран вручную, между янтарем вы можете увидеть бисер, который надежно скрепляет каждую деталь. И янтарь у нас с вами, посмотрите, насколько он упоительный по цвету, насколько он магический, насколько он теплый и притягательный. Цена только сегодня 1999 рублей на бусы «Майский мед». Номер лота для заказа 004-938-507. И только сегодня. При заказе, любом заказе, у вас доставка 199 рублей в любой регион России. Абсолютно. Будь то Дальний Восток, будь то Москва или тот самый Калининград, откуда эти бусы прибыли. Кстати, у нас много заказов из Калининграда, потому что, несмотря на то, что там добывается 90% янтаря, но лучшие цены у нас. Цены специально от производителя, цены от бренда «Балтийское золото». Компания «Балтийское золото» была основана в 1998 году в Калининграде, и с первого до сегодняшнего дня они не изменяют выбранному направлению – донести до ценительниц ювелирных украшений неповторимую красоту и уникальность природных цветных камней, в частности, природную красоту янтаря. Бусы широкие, они смотрятся очень статусно. Здесь ширина порядка 3 сантиметров и есть разные длины на выбор. От 45 сантиметров, которые будут вот так вот плотно к шейке, да, прилегать, до длины 60 сантиметров. У меня сейчас длина 50 сантиметров. Она не настолько плотно прилегает к шее, но она достаточно комфортно лежит, особенно если зона декольте глубокая. Если вы как раз любите больше свободы, она шикарно будет смотреться. На наших моделях вы увидите длины 45 и 55 сантиметров. 60, она очень глубоко будет вот так вот ложиться, очень хорошо будет смотреться. И знаете, даже если вы возьмете бусы, например, шагом 5 сантиметров, то их можно вот так вот каскадом носить, одни и вторые бусы вместе. Цена только сегодня 1999 рублей. И здесь несколько сотен камней. В длине 50 сантиметров я посчитала, что приблизительно от 250 камней, 250 плюс, это в длине 50, а в длине 60 сантиметров там еще больше, там за 300 будет камней. И все это собрано один камень к другому вручную. Колье, ожерелье и бусы всегда актуальны, особенно если у вас, кстати, если... Ой, посмотрите на рисунок как раз, да, сейчас про дизайн и поговорим, про стили, как носить, поговорим, но сейчас вот он. Вот она дизайн, вот он красота, как раз все детали видны. Как собраны вручную эти бусы. Если у вас шейка тонкая, ожерелье может плотно к ней прилегать. Широкий, удаленный от шеи ошейник визуально сделает подбородок менее массивным. Лучше всего вот такой тип бус смотрится своеобразным вырезом, вырезом лодочкой или глубоким декольте. И, конечно же, вот такие крупные, стильные бусы можно носить женщине любого возраста. Абсолютно любому цветотипу. Я даже не могу представить, какой бы женщине янтарь не подошел. Конечно, подходит всем. А плюс еще, мы все, как правило, да, как правило, в России, к сожалению, живем далеко от моря. 2-3, может быть, 10 часов на самолете. Не хватает йода. Не хватает вот этой энергии, которую дает нам янтарь. Это один из самых лучших природных иммуномодуляторов. Здесь йод, здесь янтарная кислота.
это помощник для щитовидной железы и помощник для нашего самого лучшего самочувствия. Неважно, летом ли вы носите такие украшения, или осенью, или зимой. Осенью особенно приятно под вязаные кардиганы, под вязаные наряды носить такие варианты. Ну и зимой тоже вы можете под трикотажные платьишки носить. Опять же, если вы носите брюки и блузки. В блузку, если у вас широко открыт ворот, вы можете 45 сантиметров как раз нитку подобрать. Подбирайте тот цвет, который вам больше импонирует. Знаете, я сегодня долго думала относительно того, какой цвет мне подойдет, и вот для меня сегодня был настоящий сюрприз. Потому что я как блондинка, как человек, который любит, как правило, светлые цвета, сначала подумала, ну окей, я сейчас надену светлые бусы, светло-коричневые, будет хорошо смотреться. Они, конечно, хорошо смотрелись, но те бусы, которые меня покорили неожиданно, это именно темный коньяк. Вот на мне они оказались более акцентными. Поэтому вы тоже можете приобрести две нитки и посмотреть уже дома, какая на вас лучше смотрится, другую подарить. Потому что такому подарку женщины всегда будут рады, а бусы вас могут удивить с точки зрения того, как они на вас будут смотреться. То есть вы можете предполагать, что вам больше идет темный оттенок, а вам подойдет больше светлый, и наоборот. Это вопрос эксперимента, это вопрос действительно варианта попробовать. Попробовать заказать то, что может быть даже вам не совсем свойственно. Посмотрите, как на нашей брюнетке смотрится как раз светлый оттенок. Смотрится как будто бы золото на тебе, Ксюш. Вот просто золото. Даже, ну это и называется балтийское золото, да? Балтийское золото и бренд, и балтийское золото камень, янтарный, золотой камень. Ощущение, что здесь золото, золото, золото рассыпано по плечам. С кольцом Эдит будет смотреться идеально, так же как на нашей модели. И то, что касается замочка, конечно же, обязательно покажу на примере светлых бус. Они все совершенно, они все красивы, так их приятно перебирать. Теплый камень, теплый, невероятный, гладкий, какие тактильные ощущения. Для тех, кто кинестетики, для тех, кому важно это приятное ощущение от украшений, здесь вы получите максимум эмоций, максимум исключительно приятных ощущений. Посмотрите, камни есть и прозрачные, и чуть-чуть более плотные. Это все натуральный природный янтарь. Предвосхитить, какого цвета будет янтарь, невозможно. Можно только его увидеть, когда янтарь уже будет обработан. Ну, я сейчас покажу замок. Замок здесь маскируется, посмотрите, вот под темную линию. Ощущение, что это такой же янтарь. Это пластиковый замок, который у нас с вами винтовой. Смотрите, как раз он идеально подходит и маскируется под цвет янтаря, который есть в янтарной нитке «Майский мёст». Номер лота для заказа 004-938-507. Цвет янтаря на выбор, плетение в три ряда, и есть варианты по длине от 45 до 60 сантиметров. Закажите себе любимый в первую очередь.